кара чай, как из двух частей состоит тюркское слово. Кара означает большой, великий, могущественный, вот кара. А чай – река, вода река, большая река, как означает. Мне было 2 года, 3 месяца, 15 дней, когда нас выселяли. Как нас выселили, нет народа, нет породы. Надо было и своему народу, и соседям, и миру показать, что эта порода не умерла, она есть, она жива. Я тогда глаз положил на 2 табунщиков. Они оба молодые, крепкие ребята. Я решил, вот, восстановлю породу. Беру этих 2 ребят и на Эльбрус. Карачай кобан башлан адымындан Үч өзеннен аққан үч судан Карачай халқны керді ата жұрту Арт жұрт мұла құрзу құч құлан. Но, к сожалению, затянулось, у меня были семейные проблемы. Сестра умерла, зять погиб. И на долгие годы отложили опять это дело. В 98 году я начал искать проводника. Но тут альпинисты сами подошли ко мне. У них по 10 восхождений на Эльбрус. Ну, я тоже себя переоценил, конечно. С Хрузука мы стартовали. Погода спортилась. Ураганный ветер. Дошли до седловины. Очень глубокий снег. Лошади проваливаются чуть ли не под брюхо. Я заволновался тогда. Думаю, сейчас ноги поранят и не смогут подняться. Конники ушли где-то в 3 ночи. Вот. И в 11:30 они были на восточной вершине. Карачаевские лошади, у них очень мощные, крепкие ноги. В тот день, наверное, никто, кроме нас, не поднялся. Все вернулись назад, альпинисты. Идут, идут. А моих нет. Мои поднялись. По последней переписи 219 тысяч человек карачаевцев. Вот. Это на территории России. Но есть очень много карачаевцев за рубежом. Карачаевец может узнать, допустим, даже не спрашивая его имени, фамилии, по поведению, по пластике. Лошади не прибыльная отрасль. Это чтят память предков. Порода – это материальное, культурное достояние народа. Это жеребец бунчук. Элитный жеребец карачаевской породы. Его хоть генералу, хоть царю под седло не стыдно будет подать. Смелая лошадь, видишь, ремень? Да. Эта порода от стальных пород отличается умом. Она очень умная. Вот здесь недалеко есть станица Бекешевская. Мне казаки рассказывали, их земляк погиб в Турции. Прошло 2 года, казачка рано утром выходит, я сейчас не могу говорить, эту картину представляю себе, я тогда плакал и сегодня. Видит боевого коня своего мужа, через 2 года с Турции пришла лошадь домой. Вот ум. Насколько они привязаны к человеку, доверяют ему. Когда мы поднимались на Эльбрус, неделю шли, ни разу не видел, чтобы повод был натянут. Вот хозяин идет, и он идет за ним. Карачаевская порода, она уникальна тем, что в любую погоду, в любое время суток сел, поехал. Вот он меня ни разу не подводил. Так, у меня всегда был конь, и после аварии мне нельзя садиться 2 года. Не подходи к коню. Вот под Сарок у меня попал в ДТП.
У меня было 2 перелома ключицы, перелом лопатка, перелом 2 ребер. Да, но самая главная проблема у меня была травма головы. За это, наоборот, я благодарю. Это испытание от него. Я надеюсь, что я прошел это испытание достойно. Это такая работа, именно шорничество, где 90% работы – это ручная работа полностью. То есть это можно назвать искусством. Вот эта деталь называется тапочкой. Тапочка крепится на ленчик седла, на полк ленчика седла. Именно вот такой вот форме. Самое главное отличительное качество вот этих сёдел – это простые сёдла. Если что-то сломается, его можно просто легко заменить самому. Не нужно идти к какому-то мастеру или ничего такого. По-нашему это полный комплект. Здесь седло, уздечка, нагрудник и подхвостник. Вот именно вот эти вещи украшают серебром. Серебро особо сильно не портится. А вот за седлом ухаживать – это уже серьезная наука. Сейчас мода такая, все хотят уехать. Никто не хочет в селе жить. Все хотят в города, мегаполисы. Мне нравится, мне все устраивает здесь. Я люблю лошадей. А в городе где ты будешь их держать? У меня 2 табунов по 20 голов. Они и зимой вот в этих скалах обитают. Мы сейчас находимся в ауле Ушкулан, где берет начало как раз Кубань. С 57-го года, как нам разрешили возвращаться на родину, с тех пор живу здесь. У нас семья, мать, сестра и я были. Мы попали в Киргизию. С 12 лет трудовой стаж у меня начался с 12 лет. Приходилось пасти овец, а потом уже, когда чуть-чуть повзрослел, 14 лет я уже работал на лошади. Свежий воздух. Как-то вольно живет. Не суета. Как в Москве. Бегом в метро, с метро бегом. Если на машине, там пробки, все это. Ну, яки, они молодцы. Яков ни с чем не сравнит. Они очень умные, очень такие живучие. Их легко и кормить, и пасти. Все-все. Вон туда наверх, по Махарскому ущелье, утром их выгоняем. Вечером они в основном сами приходят. Укорачивается отгонное скотоводство. В самих селениях скот не держали скот. Скот держали на отдельных пастбищах. И с начала лета уже выгоняют все выше и выше в горы, альпийские вот эти пастбища. Свои породы овец карачаевцы создали. И говорят, что даже холестерина там нет, это карачаевские барашки. Ну, питаются альпийскими вот этим разнотравьем, все. Только карачаевская порода может здесь овец пастись и выживать. Карачаевские козы есть. Я даже некоторое время держал коз, когда дети были маленькие. Козье молоко – никакая болезнь. Она плохое не пускает молоко. Кель, бери, кель, кель, кель. Бери, кель, имя, эй. Ай, молодец, мама. Молодец, молодец. Всегда сельское хозяйство у нас было в приоритете. А сельское хозяйство, животноводство, без этих собак невозможно. Собаки у меня с детства были. В 88-м году меня дядя привез командирские часы. Так вот я эти часы поменял на первую свою собаку. Бывает, вроде щенок маленький, отстает, а вырастает. Перспективный такой волкодав становится хороший. Они как дети, как воспитаешь, вот то же самое. Они не должны быть агрессивны на домашних животных, тем более на своих. Он может отогнать ее, там, погавкать, но никогда не должен кусать. Второе, он должен быть храбрым. Ведь вред наносят не только волки,
Есть дикие собаки, есть шакалы, есть лисы, медведи, рыси, что угодно. Если надо, он должен войти в бой. Это буквально лет 5 назад было. В Учкуване шатун появился, медведь. От него пострадали несколько людей. Он зашел на окраину Учкулана, там пожилой мужчина жил и напал на него. И вот его собака такая, волкодав, спасла ему жизнь. Мир уже не нуждается в ручной ковке. Сейчас продают уже готовые заготовки для ножей. Не надо ковать, не надо подходить даже к огню. Но я всегда мечтал делать карачаево-балкарский бычаг именно тем способом, как это делали наши предки 200-300 лет назад. Обустраиваю мастерскую и сейчас занимаюсь только этим. Карачаево-балкарский бычаг – это нож скотовода и охотника. Бычаг от слова «бич-ак». В переводе это означает «резать чисто». Люди берут карачаево-балкарский бычаг для того, чтобы резать скот на праздники. И у нас, у народа, принято считать, насколько барашек хватило одной заточки. Булатизированный нож может до 50 барашек. Еще был улан-бычаг. Это для ребенка. То есть, когда ребенку исполнялось 6 лет, ему дарили маленький ножик с довольно маленьким клиночком, чтобы начинать его обучать разделывать барашку, животное, мясо. Поскольку есть очень много нюансов, то есть это не просто порезать на кусочки. Определенные части туши предназначены для определенных людей. Допустим, кусок, допустим, лопатки дают родственникам. Это все нужно правильно резать. И этому всему довольно долго надо учиться. И с 6 лет ребенок должен был потихоньку это все изучать. И отец, когда сам работает большим ножом, показывал ребенку, чтобы он маленьким тоже пытался так же работать. Всегда в комплекте к ножу имеется шило. Шилом даже пользовались больше, чем самим ножом, поскольку вся одежда, вся амуниция, упряжка коня, все было изготовлено из кожи и нуждалось в постоянной настройке. Нужно было проделывать новые отверстия, подтягивать ремни и так далее. А во время охоты, это была вообще неотъемлемая часть охоты, поскольку охотились в основном на горных туров, а они обитают очень высоко в горах, туда даже не может подняться лошадь. И чтобы спустить оттуда добычу, необходимо было с помощью шила проделывать отверстия у горного тура, пробивать туда специальную веревочку и из туши горного тура делали такого рода рюкзак, который можно было вешать на спину и спускать. Поэтому из дома никто не выходил без шила. Сүймекті яуру, иолдасан ауру. Сауда салларыма сапланып, Келіна жүрегіна Ирда сөндіріп, Анида бауырына капланып. То, что сказал старший, это уже как бы закон. Бывало, куда-то мы хотим поехать, да, или, ну, вот с подругой куда-то идти, а тут родители не пускают. И потом получалось так, что правильно сделали, что не отпустили, там что-то плохое случилось, или дождь пошел, или еще что-то такое неприятное там получилось. И хорошо, что вот мы не пошли туда. Самое главное, это вот для женщины родители, конечно, на первом месте, потом семья и дети. Девочки обычно нас уже готовят, говорят, что уже вот пора, через год, через два года уже надо выходить, создавать семью. У нас традиционный цвет в национальной форме одежды идет в основном бордовый. Девушки, потому что предпочитали одевать именно бордовый цвет. Он ценился больше, чем все остальные цвета. Но вот это платье у нас, оно состоит, можно сказать, из двух платьев. Там идет нижнее платье,
Вот оно отдельно, совершенно отдельно его можно одеть, как платье, самостоятельно. И сверху идет вот такая накидка. Видите, золотое шитье с ручной работой. И вот раньше девушки практически каждая для себя старалась вышить такое платье, чтобы выйти в нем замуж. Мать – основа семьи, потому что до 5 лет ребенок с матерью. Вот. Материнским взглядом готовится будущий и герой, и джигит, и все, понимаешь? Для этого надо женщину готовить. Вот подготовленная женщина, она уже подготовит и героя, джигита, мужчину. Надо смотреть, что за девушка, какая семья. Она сна хараб кызнал дейт. Смотри на мать и женись на дочери. Говорит. Ты выбираешь мать своих детей будущего. Вот этот нагрудник, серебро с золотым опылением. И они как пуговички, видите, они открываются и закрываются. Они как пуговицы были. Но их было раньше очень много. 28 рядов. А тут у нас всего-то штучек сколько? 15, наверное. А там 28, и они вот так впритык друг к другу, вот так вот обтягивали грудь женщины. Талия не должна была превышать больше 60 сантиметров, а грудь была под вот этим корсетом железным. У нас ценится, когда женщина не расходует свое внимание какой-то работе, какому-то делу. Наоборот, у нас ценится, когда она именно в семье. То есть у нас больше ценится, когда женщина ждет мужа с работы, а не сама где-то работает. Дом – это целиком на женщине. Даже говорят, вот карачаевские, эрчины, юешки. Дом мужчины на улице, как бы, за пределами дома. Он в дом приходит как бы так переночевать и все. Это он должен в дом нести там все. Но в доме уже женщина отвечает за все. Если даже муж ругается, если тебе даже не нравится, если он сказал, что ну, это некрасиво, не надо так делать, а тебе хочется это сделать, но ты вот прислушиваешься к мужу. Если муж сказал, это как бы должно быть законом для семьи, для женщины в первую очередь. Если вот дети видят, что ты не огрызаешься мужу, да, что у вас, идиллия и понимание в семье, и дети это видят, и они подхватывают это, и они вырастают точно такими же. Я вот сам даже помню пацанов, когда вот проходишь, еще мы ребята такие, школьники были, да, младшие. Идешь, здороваешься, там сидят женщины, вяжут. Они встают, вот так вот встают. Хотя ты могли бы не стать, взрослые женщины, да? Они тебе показывают, что ты мужчина, то вот ты мальчик, но ты мужчина. Если даже какая-то боль или то, что тебе не нравится, все в себе погашаешь, а потом понимаешь, что он был прав. Стараешься понимать мужа, слушаться его. На то и мужской род, чтобы они водили нас. Мы ведомые, они водят нас. Так и должно быть. Они сильные. Мы должны за них держаться. В этом есть счастье. Если семья расширяется, увеличивается, старший сын женился, то традиционно они все живут вместе, рядом. И делали пристройку для молодой семьи, отов, для молодожены. И следующий сын взрослеет, вот так вот дом удлинялся, потом Г-образно вот так вот поворачивали. Если много было, семья большая, еще вот так вот, еще загоняло, П-образно. Потом дом, дворик замыкался вот так вот. Ты утром сыновья, там невестки, там дочки получают распоряжение. Бабушка собирает женскую часть и говорит, кто чем будет заниматься. А дед собирает сыновей и внуков, говорит, кто чем будет заниматься. Короче. Ты должен ответственность нести за свой род, за свою фамилию. Если человек проявлял слабость, род собирается,
Бывали моменты, когда человека изгоняли. Это самое страшное наказание было. Даже есть такое понятие. «Аннесю эльгенингашка», говорят. Лучше бы, говорит, ты умер, чем вот допустил такой позор или такую бесчестие. Это традиция гостеприимства. Будь то путник какой-то, чужеземец, будь то сосед, любой человек, который заходит к тебе в дом, ты должен его встретить подобающим образом. И самое первое, чем встречают у нас обычно гостей, это наш национальный старинный напиток айран, который преподносят, если несколько человек идут, то самому старшему из них, для того, чтобы он это принял, выпил и как-то уже зашли дальше в дом. Хочу поздравить всех с великим праздником Ураза Байрам. Дай Аллах, чтобы до следующего ураза, чтобы все счастливы, без болезней, без ущерба, чтобы все дошли. Ураза – это имеется в виду месяц Рамадан. Мусульмане по всему миру соблюдают пост. Слово «байрам» означает праздник. Ураза Байрам – значит день праздника по окончанию месяца Рамадан. Вот этот наш племянник, он шапа приносит и раздает по категориям определенный мясо тамаде. Тамаде вот такую лопатку, это самый престижный. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил лопатку. Тамада вот эту лопатку разделывает и рядом сидящими людям распределяет. Процесс принятия гостей выражается на достоинстве и чести этого дома. Естественно, лицо дома – это мужчина. А женщины этого дома уже должны стараться, чтобы мужчина этого дома не опозорился ни перед кем. А сейчас наш тамада сделает дуа, когда приносит лопатку, делается дуа. Тилегенин сізе де, о тилегенин Аллах қабыл етсін. Я считаю, один из самых добрых народов, путешественники, которые около свыше 100 лет там назад бывали у нас. Карачаев, Горном Карачаеве. Практически все они идентично говорили, что это один из самых гостеприимных народов. Деньги. Вот смотрите. У нас, если даже вообще ничего не будет, картофель растет. Ячмень растет. Мясо есть. Молоко есть. Сыр есть. Металду атабыз, Кобансуду анабыз, Эльбрус, отец наш, Кубань, мать наша. Для отцов это реки, это воздух, это деревья, это горы, это родина. Даже когда куда-нибудь я уезжаю буквально на несколько дней, сразу начинаю скучать. Как-то непривычно, когда смотришь в горизонт и не видно гор. Иди, Джоро, Эткен, иди. Надо думать о хорошем и хорошие намерения высказывать. Может, благодаря именно этому позитивизму, оптимизму народ и выжил. Самое ценное, я понял, что здесь есть у нас, это отношение людей друг к другу. Уступить дорогу старшему, открыть кому-то дверь. Если у кого-то что-то просто выпало с рук, просто поднять, дать ему, кого-то подвести бесплатно, безвозмездно. Это все делается искренне. Не хотелось бы это терять.